2014 года белорусская калийная компания является экспортером номер один на калийном рынке. И сегодня, в 2019 году, доля белорусского калия в объеме производства тоже мы вышли на первое место. В мае мы достигли очередного максимального результата по производству. Белорусская калийная компания по экспорту впервые в истории экспортировала более 1 000 000 тонн. В июне планируется экспортировать 1 100 000 тонн, поэтому принимаются все меры, чтобы наш калий поставлять и продолжать вот эту тенденцию, когда мы являемся мировыми лидерами. Это площадка 4-го рудоуправления, на которой мы сегодня находимся. Это предприятие. В 2015 году мы в рамках диверсификации производства также построили химический завод, где производим импортозамещающую продукцию щелочь, калий, OH. В следующем году планируем увеличить мощности в 2 раза. Планомерно ведутся работы по хозяйствам Любанского района. В 2 хозяйствах планируется строительство сейчас. Самое главное, что мы навели производственную дисциплину в растениеводстве, чтобы обеспечить кормами все животноводство. На это нам понадобилось 2,5 года, и дальше уже будем развивать.